Приветствую всех в игре Myth of Empires, с вами снова Роман. И это видеогайд, который посвящен такой теме, как телепортация. Каким образом можно телепортироваться в игре? Ну, вы скажете, Роман, никаких секретов здесь нет, используй кровать и телепортируйся. Это все верно, но в игре есть один нюанс. При телепортации вещи из инвентаря выпадают на землю, одежда, которая надета, броня, оружие, все выпадает на землю, и вы телепортируетесь абсолютно голым. То есть телепортироваться с вещами нельзя. Но как бы не так. На самом деле я вам сегодня продемонстрирую способ, который позволит вам телепортироваться вместе с инвентарем, с надетыми на вас доспехами и с оружием. Что для этого требуется? А для этого потребуется создать вот такой вот телепорт. Обратите внимание, как он построен. Два фундамента и лестница. Сделана углом. Вот так вот. И стоят две кровати. Значит, одна кровать стоит посередине. Вот, видите? Прямо под конусом. То есть там, где наивысшая точка. А вторая кровать стоит либо слева, ее можно поставить, либо справа, то есть она стоит под лестницей. Значит, эта кровать для того, чтобы телепортироваться сюда. А вот эта кровать для того, чтобы телепортироваться отсюда. Повторюсь, что этот телепорт работает с вещами. Вы телепортируетесь с вещами. Ну и для удобства я рекомендую еще устанавливать здесь вот шкаф. Вот здесь вот шкаф. Ну, вы увидите, зачем это нужно. Зачем здесь нужен шкаф. Вот такой вот телепорт. Два фундамента, две лестницы и две кровати. Теперь давайте я продемонстрирую, как это все работает. Удобно это использовать, когда у вас, например, где-то рудники далеко, производственные постройки, типа зернохранилище, там лесопилка, шахта, карьер, ну, что бы то ни было. И вам нужно телепортироваться, доставлять туда воинам еду, а оттуда забирать ресурсы. Ну и приходится, как вы понимаете, ездить туда на телегах, на лошади. Так вот, чтобы это не делать, есть возможность телепортироваться с едой. Ну вот, допустим, я сейчас возьму еду. И на примере того, как я полечу сейчас в наш рудник, где добывается железная руда, вот я отнесу туда воину еду. А оттуда заберу ресурсы. Ну вот, я вам сейчас это продемонстрирую, как это работает с помощью телепорта. На другом конце, туда, куда вы летите, вот точно такое же сооружение должно стоять. Точно такое же. Итак, для того, чтобы лететь туда с грузом, используется кровать, которая под лестницей. Оттуда же я буду прилетать, вот на такую же кровать. То есть там такое же сооружение, и я сейчас лечу, и буду появляться там вот на кровати, которая в центре. Так, отсюда лечу я вот с помощью этой кровати. Теперь нужно здесь проделать определенную процедуру довольно быстро. Я сейчас сперва скажу, а потом ее проделаю. То есть я сейчас нажимаю телепорт, выбираю то место, куда мне нужно телепортироваться. Повторюсь, кровать, которая стоит в центре. Там я ее должен выбрать. Видите, я тут их пронаименовал из дома с грузом, это домой с грузом. И там у меня из рудника с грузом в рудник с грузом. Так вот, открывается окно, выбираю тот телепорт. Потом у меня будет экран, что вот я как сейчас стою, но голый, и будет лежать здесь сумка, котомка с вещами. То есть моя задача что сделать? Навести мышку на эту сумку, быстро нажать кнопку E и R, то есть E это открыть инвентарь, R это забрать все к себе в инвентарь, и потом присесть. Присесть у меня кнопка C. То есть вот такую процедуру нужно сделать быстро. Если это сделать долго, ну там секунд, в течение 3 секунд желательно это сделать. То есть навожу, подбираю вещи, присаживаюсь, и я оказываюсь там. Теперь давайте смотрите, как это работает. На практике выбираю телепорт, вот у меня здесь в руднике, вот из рудника. А это вот в рудник, вот я выбираю в рудник, это кровать, которая стоит в центре. Теперь смотрите, ну я сейчас это быстро проделаю, нажимаю телепорт.
вещи Е, Р и присел. Опа! И осуществляется телепорт. Обратите внимание, я телепортируюсь в кровать, которая находится в центре этого треугольника. Вот, видите? И я здесь раз выхожу. Вот. Вот я оказался в руднике. Здесь точно такой же телепорт у меня стоит. Кровать, видите, в рудник. То есть я телепортировался сюда. Это я буду телепортироваться отсюда. Ну вот сейчас я кладу ему еду, которую я принес. Заберу у него вот эти все вещи, которые он тут надобывал. И полечу домой. Вы скажете, а зачем кровать? Можно ли использовать одну кровать? Нет, ребятки, нельзя. То есть, если я сейчас буду телепортироваться через кровать, которая в центре, то у меня не будет вот этого окошка, чтобы я мог подобрать вещи. Это окошко появляется, когда я телепортируюсь через кровать, которая под лестницей. И, соответственно, если там я буду выбирать кровать, которая под лестницей, то тоже это не сработает. Поэтому нужны две кровати. То есть, вот если я сейчас буду телепортироваться, скажем, вот через эту кровать, которая в центре, окошко не появится. А вот на эту кровать, которая под лестницей, там я тоже не смогу телепортироваться. То есть, как будто кровать заставлена, и ну и не смогу телепортироваться. Поэтому вот две кровати здесь нужны. Так, смотрите, теперь я обратно телепортируюсь. Становлюсь вот рядом с этой кроватью из рудника, видите. Забираю здесь абсолютно все. Все, что он тут надобывал. Вот это. Ну, там выкину. Вот. Становлюсь перед этой кроватью. Из рудника. Нажимаю телепорт. И выбираю домой с грузом. Вот. Домой с грузом. Это кровать, которая по центру стоит. Нажимаю телепорт. Вещи у меня выпали. Я их подбираю. Е, Р. И приседаю. Опа. И видите, я оказываюсь дома. А шкаф для чего ставить? Потому что я с перегрузом пошевелиться не могу. И вот здесь очень удобно поставлен шкаф. Я его открываю. Выложу сюда вещи. Раз. И теперь могу шевелиться. Оп, и вышел. Видите, как удобно. Вот таким вот образом я в рудник отнес еду воину. Ну, там обновил флаг. Надо, если... Забрал оттуда руду и принес сюда домой. Вот в этот шкаф сложу. Сейчас отсюда перевезу уже в дом. В общем, вот такой вот, ребятки, телепорт. У нас такие телепорты. Также есть такие же телепорты. Вот, смотрите, деревянный фундамент. Ну вот, давайте сейчас на зернохранилище еще сходим. Вот такие вот телепорты. И это можно использовать не только, ну, для телепортации там вот в производственные постройки, с точки сбора, а, например, ну, вот куда-то вам там надо что-то сделать. Вот тоже можно использовать. Эти телепорты можно использовать для торговли. То есть поставить телепорты, например, вот здесь торговли, вот у меня тут, видите, и, например, в других, около других лагерей. То есть лагерь, например, вот здесь вот. Вот здесь мятежник желтых повязок, потом... Ну, по лагерям, короче, поставить вот эти вот телепорты. И здесь телепортировался, купил предметы, телепортировался сюда, тут их продал, тут купил, сюда, тут их продал. То есть вот так вот еще тоже можно это делать. Так, смотрите, еще разок. Телепорт я выбираю на... Ну, вот тут Аня назвала, это зернохранилище. Телепорт. Поднимаю вещи и присел. Оп. Здесь выхожу. Вот у нас зернохранилище. Так, тут она у нас уже полная. Ну вот сюда вот выгружу. Здесь тоже нужно поставить шкаф. Ну, вот пока не поставили. Ну, вот сейчас давайте я продемонстрирую на примере. Сою возьму. Нет, это уже перегруз. Здесь тоже надо шкаф поставить. Видите, тут тоже две кровати. Такой же телепорт. Я вот прилетел сюда. Теперь я лечу вот через эту кровать.
из... Домой с грузом. Это кровать, которая стоит по центру. Телепорт. Подбираю вещи. И присел. Оп. И я здесь. Видите как. Ну и тут шкаф. Специально так шкафы я рекомендую ставить, чтобы, потому что вы с перегрузом, а раз. И выгрузили все сюда. Ну, в общем, вот такие вот, ребятки, телепорты есть в игре. Так что, кто не знал, пользуйтесь, сдавайте телепорты и перемещайтесь по всей Великой Китайской империи вместе с оружием, с снаряжением, ну и со всем тем, что лежит у вас в инвентаре. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Благодарю за внимание и не пропускайте наших видеороликов из игры Myth of Empires. Мы пока еще с Индиго играем и видеоролики еще выходят. Все, благодарю за внимание и до новых встреч. Увидимся на просторах Великой Китайской империи.